Раз, два. Всем добрый день. Добро пожаловать на собрание. Я смотрю, у нас есть намоленные у некоторых места. Они так далеко сидят. Я думаю, у вас там особое что-то. Но я вас приглашаю сюда поближе, покомпактней, чтобы мы выразили наше единство. Давайте покомпактнее, не стесняйтесь. А тот, кто попозже подъезжает, пусть они занимают там уже последние места. Хорошо? У нас сегодня прекрасный день, у нас сегодня будет хлебопреломление. Я надеюсь, что каждый из нас готовился к этому моменту, да? Как-то вы вяло. На вас что, лето так действует? У меня вчера был хороший день, суббота. У нас у племянницы была свадьба шикарная. Мы танцевали, веселились. Ух! Я бы мог сказать, я так устал сегодня. Вот. Но для меня всегда приятно быть в Доме Божьем на самом деле. Это самые лучшие моменты моей жизни, когда я пребываю в Доме Божьем. Давайте помолимся, и группа прославления нам сегодня поможет войти в это Божье присутствие. И мы воздадим всю славу, всю хвалу Ему. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день. То, что Ты его сотворил по-особому. Он уже не повторится в этой истории, в этом году. Это уникальный момент. Господь, мы благодарим Тебя за хлебопреломление. Мы благодарим, что мы сегодня будем, у нас будет сегодня возможность прикоснуться к Твоему телу, вкусить Твою кровь святую, чтобы очиститься от всякого греха и делать это воспоминание. Мы просто благодарны за эти все моменты. И мы просим Тебя, чтобы Ты пришел и наполнил нас своей любовью, своей милостью, своей благодатью. И мы хотим сегодня прославить Тебя от всего нашего сердца, от всей нашей души, от всего нашего тела. Пусть все, что сегодня будет происходить, это будет для Тебя, ради Тебя, чтобы Твое имя распространялось по всему лицу земли. В этом городе особенно, чтобы Царство Твое просто наполнялось спасаемыми людьми. И мы благодарим Тебя и славим, и весь народ сказал... Нам нужен Бог сегодня, правда? Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно. Хвалите рабы Господни, имя Господне, да будет имя Господне благословенно. Господне благословенно. Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно. Thank you.
над небесами слава Его, над небесами слава Его. От восхода, от восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне, высок над всеми народами Господь. От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне, высок над всеми народами.
Дальше очень такая практическая песня. Там, когда слова будут говорить «восклицайте ему», можем восклицать. Когда «восплещите ему», мы можем руку плескать. Когда мы будем петь «воскликните ему», мы можем кричать. И так дальше. Хорошо? Все очень практично. Господь, приди Духом Твоим Святым, Господь, чтобы мы могли быть в Твоем присутствии, Господь, потому что ради этого мы здесь, на этом месте, Господь. Ради того, чтобы возвещать чудеса Твоей славы, Господь. Ради того, чтобы возвещать Тебя, как Бога богов и Господа Господь. Спасибо Тебе. Пусть каждое сердце, Господь, войдет в Твое присутствие, Господь, и вкусит, насколько Ты благ. Восклицайте ему, восклицайте ему, пойте ему, аллилуйя, он велик, наш Бог, восплещите ему. Дети его, дети правой руки, он наш.
мети правой руки, Он наш Отец. Пойте, пойте Ему, пойте новую песнь, пойте песню святых, Ты достоин, Господь. Возвещайте в народах чудеса Его силы, поклонитесь Ему, пойте песню хвалы.
Спасибо за Твою кровь, Господь. Спасибо за то, что мы поднимаем свои глаза к небесам сейчас, Господь. И мы хотим неотрывно смотреть на Иисуса, потому что наша вера от начала и до конца зависит от Него и сегодня, в этот день. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты Бог. За то, что, Господь, Ты творишь все новое сегодня с утра, Господь. За то, что Ты послал Своего Духа Святого, Господь, на эту землю. Чтобы Он был с нами и вдохновлял нас, Господь. Поклоняться тому, кто был, тому, кто есть и тому, кто грядет. Слава Тебе во веки, Господь. Сердце чистое сотвори во мне, Господь. И дух правый обнови внутри меня, Господь. Чтобы поклоняться Тебе, Господь. Чтобы славить Тебя, Господь, всем моим сердцем. Нет другого, как Ты, Господь. О, слава Тебе, Господь. О, слава Тебе, Господь. О, слава Тебе, Господь. На небе и на земле. Спасибо, Дух Святой, пожалуйста, на этом месте, Господь. Мы ожидаем Твоего действия, Господь. Мы славим Иисуса. Мы превозносим, Господь, Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам свободу. За то, что мы, Господь, можем быть с Тобой. Спасибо Тебе, Господь. О, слава Тебе, Господь. Тебе, Господь, слава Тебе, Господь. Возведи меня на высоты Твои, чтобы мне утешаться Тобою, мой Бог. Только Ты, Господь, моя сила ищи. Ты вложи в уста мои новую песнь. Ты один крепость жизни моей. Иисус, Тобою люблю, Ты один.
утешаться тобою, мой Бог. Только ты, Господь, это ты, Господь, моя сила ищи. Ты вложил в уста мои новую песнь. Ты один крепость жизни моей.
один Господь, кому я поклоняюсь. Один Господь, один Господь, кому я поклоняюсь. Один Господь, кому я поклоняюсь. Один Господь, кому наш Бог, пой со мной велик. Наш Бог, и увидят все велик. Наш Бог, велик. Наш Бог, со мной велик наш Бог, и увидят все велик наш Бог, величием облечен. Радуйся, земля, радуйся, земля. Он светом окружен, и тьма бежит, тьма бежит от него, от его лица, от звука голоса. Всех имен, достоин славы, достоин.
Oh,
Господь, когда ты приходишь, всякая человеческая плоть трепещет. Мы выходим в свет лица Твоего, и в свете Твоем мы видим свет, Господь. В свете Твоем мы видим свет, Господь. Воссияй на нас, Господь, светом лица Твоего, Господь. Ты чудесен, Ты прекрасен, говори к сердцу, от сердца к сердцу, как Ты обещал. Говори с нами, Господь, воссияй на нас, Господь, воссияй на нас, Господь. Дай нам видеть свет лица Твоего, дай нам приближаться к Тебе не только устами, но всем сердцем, всей душою нашей. Господь, мы к Тебе, к Тебе, к Тебе, к Тебе, к Тебе, к Тебе. Тебе и нет другого. Ты источник жизни, Ты источник света. В Тебе моя жизнь, в Тебе моя жизнь. О, поклоняюсь, я поклоняюсь Тебе. Yeah.
Сердце. Когда ты касаешься сердца, мой Господь, оно наполняется миром. Оно наполняется миром, мой Господь. Оно течет и плавится. Оно течет и плавится. Как воск. Мой Господь.
Иисуса Христа, за Твое удивительное Евангелие, которое спасительно для всех людей, без исключения для всех, кто верит в Твое Евангелие спасительно. И мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Его жертву, за Его смерть, за Его жизнь, за Его смерть и за Его воскресение. И мы благодарны Тебе, Господь и Бог наш. И в этот день просим Тебя, действительно, говори каждому сердцу, просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа, наш Бог и наш Спаситель. Продолжай учить нас, продолжай наставлять нас, продолжай вразумлять нас, так, чтобы мы были Тобой научены, чтобы мы были Тобой изменены, так, как Ты этого хочешь. Наш Бог и наш Спаситель. Я действительно верю, что Дух Святой напоминает одно очень удивительное место из Исаии. Народ этот близок ко мне лишь на словах. Лишь словами они меня чтят, сердца же их далеки от меня. Их страх предо мной — лишь заповедь, усвоенная ими от людей. И я верю, что прежде всего Он сказал это мне, лично мне. И тут я верю, что это не так сложно прийти в воскресенье. Знаете, вот присоединиться к этому звуку гораздо сложнее лично для меня, чтобы каждый день мое сердце было направлено к Нему. Каждый день. Это хорошо, что мы собрались вместе. Это хорошо, что звучит пение. Это хорошо, что... Это да, да, да. Но я не хочу оказаться в позиции того народа, о котором говорил Исаия, о котором Бог говорил через Исаию Духом Святым. Лишь на словах. А все, что они делают, и весь их страх, потому что их так научили люди. Не научили плохо, научили хорошо. Он хочет, чтобы мы всем сердцем принадлежали Ему, прилепились, присоединились. И это сложнее, чем сказать правильные слова, чем
высказать правильное исповедание, чем, может быть, даже выстроить поступки свои. Он хочет больше. Он хочет, чтобы на внутреннее желание мое, прежде всего я принимаю это к себе, было направлено к Нему, стремилось к Нему, чтобы моя душа в понедельник утром стремилась к Нему, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Давайте встанем и давайте будем обращаться к Нему. Всем сердцем. Всем сердцем. Господь и Бог наш, мы приходим к Тебе, потому что Ты нужен нам. Потому что действительно Ты нужен нам. Господи, и Твои слова говорят строго, Твои слова говорят действительно, вразумляют. Господи, помоги мне, каждому из нас, быть наставленными, вразумленными Тобою, чтобы наше следование за Тобой было гораздо больше, чем просто на словах, чем просто из-за того, что меня так научили, я так поступаю, чтобы это было желанием и велением, чтобы это было действительно в сердце, у меня в сердце, Господи. Прости там, где сердцем я далеко от Тебя, Господи. Прости там, где мое сердце далеко от Тебя, Господи. Прости там, где я отстраняюсь внутренностью своей от Себя, поступая так, как мне хочется, как мне нравится, как мне привычно, как мне удобно, Господь. Меня прости. Прежде всего, прихожу к Тебе, прошу, прости, Господи, там, где мое сердце, оно далеко от Тебя. Прости, Господи, научи быть к Тебе ближе внутренностью своей, сердцем, желаниями своими, душой своей быть к Тебе ближе, и чтобы это было каждый день. Каждый день. Поэтому просим Тебя, Духом жизни Твоей, меня и каждого из нас, наполняй, насыщай, вразумляй, ставь на место, Господь, сердца наши, учи нас во внутренности, Духом жизни Твоей. Делай так. Просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа, чтобы мы, каждый из нас, как народ, как люди, были научены Тобою, Тобою, Господь, поэтому просим Тебя, просим о благословении на весь народ Божий во имя Господа Иисуса Христа. Просим, благослови эту землю, в которой мы живем. Боже, посети еще и еще раз действительно светом Твоего Евангелия от края и до края. Благослови начальство и власти, благослови эту землю. Боже, сильный, праведный, мы живем здесь, поэтому просим Твоего благословения, начальство, власти, устройство. Все, Ты знаешь все, от мала до велика, Ты знаешь все нюансы, все. Мы просто благословляем эту страну и эту землю именем Господа Иисуса Христа, прося Твоей милости и прося Твоей благодати. Просим мир Тебе, Израиль, как Ты завещал. Мы молимся за Израиль, благословляем Израиль, мир Тебе, Израиль, мир Тебе, Иерусалим, на холмах, на горах Твои, Господь, мир до устройства во имя Господа Иисуса Христа. И вместе с народом Твоим благослови каждого из нас и благослови Церковь во всем ее многообразии. И да будет Тебе во всем этом честь, слава и хвала. Наш Бог и наш Спаситель. Аминь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя еще за Твое присутствие. Спасибо, ребята, то, что вы делаете этот труд. Мы благодарны Вам за Ваше служение, за Ваши сердца. Я верю, что Господь говорит, что Я Вас проведу через все невзгоды. Я проведу Вас через трудное время. Ищите лица Моего. Ищите моего лица, когда я близок. А я близок сегодня. Я близок сейчас, говорит Господь.
ищите, и вы найдете, и вы приобретете этот мир. Мир, который исходит от меня. Мир, который исходит из моего царства. Открывайте свои сердца. И я уберу эти ваши тревоги, ваши переживания. Я знаю вашу жизнь до мелочей, говорит Господь. Каждая мелочь, я ее вижу, и я ее готов исправить. Служите мне. Посвящайте себя мне. Посвящайте свое время мне. Я хочу с вами встречаться лицом к лицу, как с Моисеем. Я хочу с вами говорить, как человек с человеком. Это желание моего сердца. Аллилуйя. Господь Иисус, мы еще благодарны Тебе за этих ребят и благословляем. Мы благословляем их семьи, мы благословляем их детей, мы благословляем их имущество. Мы благословляем их жизнь, мы благословляем их здоровье. Мы благословляем дух, душа и тело. Будьте благословлены. Аллилуйя. Аминь. Но я вам скажу, я не стесняюсь этого повторять, что он близок, он реально близок. Когда ты приходишь с настроем, когда он не обманывает, он приходит, и мое сердце умиляется, мое сердце тает, точно как в тех словах, которых мы пели, как воск. И ты понимаешь, что тебе еще нужно, что он пришел, он обратил на тебя внимание. Он подошел к тебе и обнял, как своего ребенка, как самое драгоценное, что у него есть. А ты – самое драгоценное то, что у него есть. Ты драгоценен. Ты тот бриллиант, за который он заплатил очень дорогую цену. Он заплатил. Он выкупил тебя из рабства греха. Он выкупил тебя из ада. Что ты можешь еще сделать для него? Как только сказать спасибо и выразить ему свою любовь, свою признательность. В этот момент хочется плакать. Одновременно, мне кажется, и хочется танцевать. Я не знаю, потому что эмоции начинают переполнять, по крайней мере, мое сердце. Он реален. И все это он сделал ради тебя и меня, чтобы ты назывался его ребенком, его дочерью, его сыном. И сегодня он для тебя. Прежде чем мы начнем молиться за нужды, оставайтесь пока. Класс. Я нашел два места Писания, я хочу их процитировать, я хочу провозглашать Слово Божие, потому что я верю всем своим сердцем, что оно живо и действенно. А в современном переводе немножко по-другому написано, я прочитаю именно из синодального. «Я обложу тебя пластырем, исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь». Он врач. Он знает твои раны. Он знает, что нужно сделать для твоих ран. Наложить пластырь, наложить скобы, если там очень большая рана. Или еще что-то. И еще одно место Писания, опять же, из Иеремии. 33 глава, 6 стих. «И вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им изобилие мира и истины».
готовы ли мы сегодня принять этот пластырь? Кому нужен этот пластырь? Давайте все вместе помолимся за нужды Божьего народа. Давайте все вместе встанем. Отец Небесный, мы здесь пред Тобой такие, какие есть. И мы нуждаемся в Твоем пластыре. Мы нуждаемся в Твоем лекарстве. Мы нуждаемся в Твоем врачевании. И там, где нужно нам это исцеление, пожалуйста, яви его. Мы молимся за всех этих людей, о которых написаны эти все нужды. Мы благословляем их жизнь. Мы призываем Твое святое имя. Мы провозглашаем жизнь в их тела также. Там, где рак, пусть он исчезает во имя Иисуса. Там, где нужно Твое прикосновение, чтобы нормализовалось давление, пусть оно нормализуется во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, то, что у Тебя достаточно этого пластыря для каждого из нас. Еще врачуй наши сердца, врачуй наши тела в этот момент. И я не знаю, но когда я здесь стоял, то у кого-то здесь, возможно, в правом боку здесь боль была, или и вы вдруг видите изменения, то дайте знать. И также правая пятка у вас могла болеть. Примите это слово знания и получите исцеление. Давайте мы помолимся. Вот Наталья еще просила. Здравствуйте, дорогая церковь, братья и сестры. Ситуация сложилась следующая. Я недавно свидетельствовала и говорила, что, слава Богу, Бог освободил от долгов, потому что еще оставалось два кредита, которые застрахованы. И на этой неделе пришла очень угрожающая бумага из Тинькофф банка. 221 тысяча они требуют выплатить в течение 2 дней. Но Бог дал мне такой абсолютный мир, вы даже не представляете. Я знаю, что имею здравомыслие. Я позвонила в этот банк. Они мне сказали, что у нас нет офиса. Я говорю, я настаиваю, чтобы вы меня приняли. Все бумаги были посланы. Я приехала в этот банк, и выясняется следующее, что тот диагноз, из-за которого умер Саша, если он был до страховки, то страховка недействительна. Мы стали разбираться с менеджером. В общем, долг скосили до 148 тысяч, которые я должна выплатить. Я сказала, что у меня сейчас этих денег нет, так как я только что выплатила ВТБ-банку 190 тысяч, и попросила их, ну, по милости, просто, вы знаете, умоляла милостью, чтобы они не требовали у меня выплатить его сразу. Поэтому у меня, конечно, большая просьба, я молилась, и многие поддерживали меня в этот трудный момент. Если есть возможность у вас купить календари, потому что у меня вот просто в самом деле нет этих денег, чтобы заплатить. Я буду их выплачивать по мере возможности. Они отданы 3 церквям. Слове жизни, Благой Вести, Риховского церкви, 4 и нашей. Если есть возможность купить по 200 рублей хотя бы, то, пожалуйста, купите. Может быть, этим самым как-то я смогу собрать первую сумму, чтобы что-то отдать этому банку. И, ну, постепенно буду работать. Сейчас я в отпуске на 3 месяца. К сожалению, работы у меня сейчас нет. Вот. И поэтому я просто благодарю вас всех, кто поддержит меня. Я не прошу, чтобы вы мне давали деньги. Купите хотя бы календарь. Он в киоске, по-моему, там всего 50 штук, но я еще могу привезти. Потому что у меня вот больше неоткуда взять денег. Но я хочу сказать, что все равно Бог дает абсолютный мир. Отдает... Вот это произошло для меня очень внезапно, понимаете? И Бог испытывает, когда вот так внезапно с вами что-то происходит, что вы будете делать? Роптать,
орать, ругаться, злиться на умершего человека. У меня этого ничего нет. Я хочу сказать, что я начала славить Бога, петь дома, здесь, везде. И я знаю, что Он меня не оставит. Я знаю, что для чего-то это было дано. И когда я включила Фейсбук и увидела, Сережа Гераськин говорил о слепорожденном, для чего это было дано, для славы Божией. Я знаю, что я этих денег ни одной копейки не потратила, этих кредитов, которые он брал. Я даже не знаю, куда он столько денег потратил. Ну, не будем об этом сейчас. Это меня так укрепило проповедь. Я не знаю, как я на нее вышла, как-то нажала. И вот он говорит, что это для славы Божией. И я знаю, что это тоже для славы Божией. Моя родная семья по крови не может мне помочь. Брат спивается, сестра на пенсии. Никто не может даже копейку дать. Поэтому я молю и прошу, поддержите молитвой хотя бы еще. Давайте помолимся за всю эту ситуацию, призовем Божью милость и Божью благодать. Он уже явил, и у Бога нет никаких проблем явить снова. Аминь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя и славим за Наталью. И мы молим и просим Тебя, чтобы Ты обратил на эту ситуацию. И мы говорим благодать, благодать этой ситуации. Просим Тебя поставить защиту и охрану, и дай также мудрости тем людям, которые находятся в этом банке, чтобы они пошли навстречу. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя и славим. Обратись к Иисусу, и засияет лицо Твое. Обратись к Иисусу, и руки поднимутся вверх. Обратись к Иисусу, и утихнет боль Твоя. Обратись к Иисусу, и воспоют уста.
обратись к Иисусу, и утихнет боль твоя. Еще и еще раз Бог напоминает нам через слова этого гимна, через то действие, которое было здесь, на этом месте, что в первую очередь мы должны обратиться к Иисусу, обратиться к тому, кто дает жизнь, обратиться к тому, кто дает все свое существо. Обратись к Иисусу, и утихнет боль твоя. Обратись к Иисусу. Мы иногда идем своими путями, которые нам кажутся прямыми, но есть только один единственный путь. Это путь, который... Обратись к Иисусу, и утихнет боль твоя. Обратись к Иисусу, человек. И я восхищен Богом, который сегодня через этих ребят так действовал, так сильно действовал. Люда, огромное тебе спасибо. Ребята, каждому поименно вам спасибо, потому что через вас, через людей Бог показал свою милость здесь, на этом месте. Вы присаживайтесь. Милость каждому из нас, милость ко всему мирозданию. Бог отдал своего Сына. Отдал Сына, чтобы каждый верующий не погиб, а имел жизнь вечную. И вы знаете, у нас сегодня уникальный день. День, когда мы соприкасаемся с Божьим естеством. Но мы об этом чуть попозже поговорим. Вы знаете, возлюбленные, в Писании написано, что они победили кровью Агнца и словом своего свидетельства. О чем словом свидетельства? О себе? Нет. О силе крови Агнца. О силе крови Завета. О силе крови, которая меняет твою жизнь, человек. Которая меняет, полностью меняет твою жизнь. Меняет твою сущность. И мы здесь, на этом месте, здесь, на земле, мы обязаны свидетельствовать о силе крови Агнца. Мы обязаны свидетельствовать о том, что Бог сделал в нашей жизни. Понимаете? И вот сейчас Сергей прочитает свидетельство. И я верю, что там будет не слава человеку, а слава Богу. Аминь. Только Ему слава, потому что Он достоин этой хвалы и всей славы. Мы в прошлый раз молились, и уже как бы поступают эти свидетельства. Сдавала ЕГЭ, и Господь помог. Попалось то, что я знала и не знала, и все сдала. Спасибо. Благодарю Господа за ответ на молитвы. Верен Господь своему слову. Благодаря Господу моя дочь успешно закрыла сессию и будет получать стипендию на третьем курсе. Спасибо Господу за финансы и протезирование зубов. В прошлое воскресенье молились за мою дочь, ей уже скоро рожать, и ребенок лежал неправильно. Помолились, Бог велик и всемогущен. Парень перевернулся, хотя врач утверждал, что на таком сроке это нереально. Слава Богу, хвала Ему. Бог жив. Аминь. Это вдохновляет. Верьте, верьте. Доверяйте Ему свою жизнь. Он способен ее исправить в правильном направлении. И давайте еще совершим еще одно служение, соберем десятинное приношение. Это неотъемлемая часть нашего богослужения. И все это мы делаем по любви, по нашей любви к Нему. Аминь. Мы потому что Его любим, мы Ему доверяем, наши финансы. Мы благодарим Бога за нашу работу. Аминь. Кстати, если в зале те люди, которые вы в поиске, ну, работы, у вас... А? Ну, или родственников. Дайте знак. Давайте всем вместе помолимся за этих людей. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, и мы молим и просим Тебя, чтобы Ты усмотрел эти работы, чтобы Ты усмотрел это обеспечение во имя Иисуса, чтобы Ты послал
этим людям и их родственникам ту работу, которая будет по сердцу им, и также она будет высокооплачиваемая во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя и славим, и пусть Твое имя прославится через это. Аминь. И мы также благодарим за наши десятины и приношения. Пусть это все служит для распространения Царства Божьего в этом городе. И давайте настроим наши сердца на слышание Слова Божьего. И мы приглашаем Виктора Филатова, он будет делиться Словом Божьим. Еще раз, удивительное, пяти раз. А больше 10 раз кто прочитал? Молодцы. Хорошо. Кто? Один раз, читая ее, я был удивлен некоторыми словами. А слова очень простые. Когда апостол Павел начал делиться о хлебопреломлении, о вечере. Вы знаете, что когда было написано послание Коринфянам? Приблизительно, там плюс-минус 10 лет. Но около 70-го года, где-то так. Посмотрите, вдруг апостол Павел пишет: «Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за него, разломил». И я впервые задумался, а почему вдруг апостол, такая музыка красивая, мне нравится, это как этот самый, как его, звуковое сопровождение. Вот. И меня что удивило? Меня удивило, почему вдруг апостол Павел заговорил о вечере. Извините, они, то бишь евреи, неоднократно принимали хлеб преломления, делали. Первые церкви, апостольской, первой апостольской церкви, они делали чуть ли не каждый день хлеб преломления. Но вдруг почему-то сказал апостол Павел, что он от самого Господа Бога принял. И вы знаете, и я понял. Вот так мне кажется, что я понял. Я верю в это, что я понял. И я этой верой делюсь с вами. Они принимали вечерю в ветхозаветном смысле. Вы слышали, что здесь говорили, что это поминки, прочее, прочее. Ну, может быть, я не спорю. Но посмотрите, для меня слово поминки, вот знаете, с чем созвучно? Ах, на кого ты нас бросил и покинул, оставил одних. Но для меня вечеря – это не поминки. Для меня вечеря, не знаю, как для вас, но для меня вечеря – это кульминация, напоминание о том, что произошла кульминация Божьего плана спасения мироздания. Она уже произошла. И не надо сожалеть. Произошло это, что все мироздание освобождено от силы и власти греха. Смерть, где твое жало? Грех, где твоя сила? Это на Голгофе уничтожено. Поэтому все мироздание свободно от силы греха. Вот напоминание. Понимаете, возлюбленные? И на самом деле Иисус Христос сказал, что Он не оставит нас одних. Он дал кого? Третью личность Божества. Он дал Духа Святого. И без Духа Святого мы здесь ничего не сможем сделать по одной простой причине. По-моему, в прошлый раз, либо позапрошлый раз сказали, что мы будем иметь силу для того, чтобы быть свидетелями только тогда, когда Дух Святой наполнит нас. Теперь пойдем дальше. Посмотрите, возлюбленные, ведь я от самого Господа принял и вам передал. Понимаете, в чем дело? Апостол Павел говорит, что он принял. Он был на вечере, апостол Павел, на тайной. Нет, не был. Не был или был? Не был. Он был обращен
Иисусом Христом уже после того, как произошла что? День Пятидесятницы уже был? Был. Уже после этого все произошло. Он был обращен самим Богом. И теперь, смотрите, он пишет, что он принял самого Господа и вам передал. Значит, если я что-то принял от Бога и передаю вам, это как называется? Если человек принял слово от Бога и передает его Божьему народу, как это называется? Пророчество кто сказал? Молодец. Умница. Я узнал знакомый голос. Посмотрите, значит, это пророчество в нашу жизнь. И апостол Павел говорит, что он от самого Бога принял и нам передает, чтобы мы правильно имели правильное понимание, мировоззрение, понимание, в чем мы участвуем. Вот сегодня, по-моему, через Василия было слово, что многие приходят как на в ритуал. Но посмотрите, ритуальная религия была дана самим Богом через Моисея, правильно? Но когда произошла смерть Иисуса Христа, что он воскликнул? Свершилось. И эта завеса ритуальной религии была разорвана. Теперь нет ритуальной религии. Есть свобода в Духе Святом. Получив свободу во Христе, так и живите в этой свободе. Свободе. Не отдавайте ее никому. Не позвольте ее украсть у вас. Но некоторые люди не позволяют, а пытаются вернуть нас на старые... Да, понимаете, в чем дело? Все послание к евреям написано, что Иисус наилучший, превосходнейший первосвященник. Что первосвященники люди были обязаны каждый день, каждый год приносить жертву. И эта жертва не освобождала человека от греха. Она освобождала томление души на какое-то короткое время. Но Иисус Христос своей жертвой один единственный раз, и больше второго раза не будет, освободил все мироздание от силы греха. Можно сказать аминь. Вот посмотрите, что сказано. Что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и поблагодарил за него, разломил и сказал: «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне». Посмотрите, мы сейчас поговорим, будем говорить кусками, для того, чтобы потом соединить все в целое тело. Он телом своим вознес наказание за грех, за мой грех, за грех всего мироздания на крест. Все проклятие он вознес на крест. Любое проклятие он вознес на крест. То есть его тело – это свобода от силы греха. Вы знаете, у нас, вот лично не знаю, как у вас, у меня память девичья. Я очень быстро забываю. Хорошая. Зато я очень долго помню другое. Посмотрите, если мы, не знаю, как вы, я про себя говорю, если мне не напоминать, я очень быстро забуду. И почему в Первоапостольской церкви так часто было хлебопреломление? Потому что в тот период, период очень тяжелый период, период, когда нужно было выстоять в вере, выстоять во Христе, им нужно было напоминание очень часто. Мы сейчас немного как бы, ну, живем в благоприятное, благополучное, иногда у некоторых время, и поэтому нам достаточно раз в месяц напоминать. О чем напоминать? Посмотрите, возлюбленные, своим телом Он вознес наказание за грехи всего мироздания, за твои грехи, за мои грехи, за грехи соседа, за грехи любого человека на крест. Все. Теперь посмотрите. Дальше что пишет апостол Павел? А вы знаете, кстати, его многие, некоторые люди не принимали. Они говорили, что слишком он, ну, странно пишет, понять его практически невозможно.
Посмотрите, что он пишет дальше. В другом послании. Ну хорошо, чуть вернусь назад. Крик Иисуса Христа, когда он уже умирал на кресте. Крик был какой? Свершилось. Что свершилось? Свершился Божий план. Кульминация Божьего плана свершилась. Когда мы читаем Откровение, мы там тоже слышим слово. Слышим. Когда я читаю, я не слышу, я вижу, наверное. Ну хорошо, читаю, я слышу. Такое интересное, такое тоже бывает. Я слышу, вижу, читаю. Свершилось. А когда это было произнесено, что свершилось? Когда дьявол и смерть были в озере огненном. Свершилось. То есть две кульминации. Они объединились в одно. Свершилось, сказал Иисус Христос. Свершилось, когда дьявол, сатана и смерть в огненное озеро. Теперь посмотрите, это кульминация Божьего плана на кресте. И что она мне напоминает? Вы знаете, очень часто мы забываем, что, крестившись во Христа Иисуса, мы в смерть Его крестились. А крестясь в Его смерть, это слово не вот это вот крестясь, да, а уподобились Его смерти, то мы уподобились Его воскресению. Если я воскрес, вот хорошо, такой вопрос. Ребенок в животе у матери, он же человек, правильно? Ну, 100% человек. Когда он рождается. В общем, когда... Вот мы, братья, не знаем, зато все сестры поправили, правильно? Что он делает? Рождается. Он тоже человек, но они разные. В утробе матери и вышедшие из утробы матери – это люди, но они немножко другие. Вот точно так же, когда мы стали подобными Христу, то есть крестились во Христа, уподобились Его, стали тождественны Христу, то мы и воскресли с Ним. То мы такие же, вот внешний вид такой же. Согласны, да? Ну, кто не согласен? Кто меня знает, тот и знаешь, я внешний вид... Ну, полысел немножко, побрызгел немножко. Но это со временем, это возрастное. Но я точно такой же. Значит, что? Произошло изменение какое? Внутри у меня ветхий человек что сделал? Умер. Новый человек воскрес. У меня вопрос такой. А может ли ребенок, рожденный матерью, залезть по-пластунски в ее утробу? Это невозможно. Это просто абсурд. Таким образом, если Бог тебя рождает свыше, то ты освобожден от своей ветхой природы. Кто против? Молодцы. Почему? Потому что мы новое творение, так сказано. И вот теперь посмотрите, вся проблема, вот это для меня, ну не знаю, может кто-то будет разделять со мной эту точку зрения. Мне надо об этом напоминать. Я забываю. Не знаю, как вы. Я забываю. И теперь посмотрите. Почему забываю? Потому что накатанная старая жизнь, накатанные старые традиции, семейные, прочее, это все меня опять оттаскивает от того пути, на который поставил меня Бог. Поэтому мне надо напоминать. И посмотрите. И апостол Павел знает об этом. Он писал это послание, обращаясь к нам. И к ним, и ко всем. Он писал. Это Римлянам. 6 глава. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжить в нем жить? То есть это утверждение. Он говорит, мы умерли для греха. Все. Все, мы умерли для греха. Как мы можем продолжить в нем жить? Никак. Если ты умер, для... Почему? Теперь он пишет дальше, апостол Павел. Посмотрите. Неужели вы не знаете? Это опять утверждение. Это не то, что, ах, неужели... Нет, он утверждает. Он говорит, неужели вы не знаете, что мы все, крестившиеся в Иисуса Христа,
то есть стали подобными Иисусу Христу в день, его, в день своего покаяния. Когда мы каемся, мы становимся, то мы крестимся в Иисуса Христа. Посмотрите дальше, что написано в Писании. Были крещены в Его смерть. То есть мы стали подобны, наша жизнь подобна смерти. И наш ветхий человек уничтожен. Его нету. Нету того, кто тянет нас к греху. Ветхий человек раньше говорил нам что? Ну, посмотри, как это хорошо. Ты подумаешь, да ничего тебе не будет, Бог же милостлив. Ну, подумаешь, раз сгрешил, два сгрешил, больше благодати будет. Но Писание говорит, что мы умерли для греха. Грех может подойти к тебе и сказать: Ваня, ты посмотри. А ты скажешь: а я для тебя мертв. Все, ты не имеешь надо мной никакой власти. Теперь посмотрим дальше. Посмотрите, что дальше написано. При крещении мы были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. То есть мы воскрешены в новую жизнь, воскрешены славой Отца. Не знаю, как вам, это же прекрасно. Старое прошло, ветхое прошло. Ничего нету ветхого, который тянет тебя, может быть, изжога, ветхого человека еще, отрыжка ветхого человека может тебя подтягивать. Но это все мелочи, ты можешь сказать нет. Посмотрите еще. Значит, человек, рожденный свыше, крестился в смерть Иисуса Христа и стал подобен воскресению Иисуса Христа. Его жизнь стала подобна воскресению. Грех не имеет власти над ним, над этим человеком. Так или не так? Что-то как-то я вот интонацию сомнения слышу. Хорошо, имеет ли грех власть над вами? Вот это уже лучше. Почему? Потому что вы умерли для греха и воскресли в оправдание, как воскрес Иисус, славою Отца. Согласны или нет? Здорово, молодцы. Чтобы жить новой жизнью, посмотрите, старое прошло, старая жизнь прошла, старые цели прошли, старое мировоззрение прошло, все стало новое. Теперь центр нашей жизни, не знаю, как у кого, я мог бы здесь пройтись, с микрофоном спросить у многих, у некоторых, у 10 человек. И я уверен, что многие скажут, что центр жизни – Христос. Так или не так? Но вера без дел мертва. Поэтому наши дела подтверждают то, что мы умерли для греха и воскресли в славе Иисуса Христа, как Он воскрес. Я здесь. Понимаете, еще раз. Одни слова ничего не значат. В общем, ничего не имеют. Вера без дел мертва. То есть наша жизнь не дела, которые мы делаем, чтобы покрасоваться, либо чтобы что-то. Те дела, которые мы делаем, когда нас никто не видит. Когда видит только Бог. Только тогда эта вера вот без этих дел мертва. Понимаете, я здесь. Понимаете? Наташа, понимаешь, да? Теперь посмотрите дальше, что написано. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, и чтобы мы не были более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Вы знаете, вот эти слова надо нам написать, я не знаю где. Ну, в общем, где-то написать надо, чтобы мы видели каждый день. Ведь видите, в чем дело? Вот эта мировая система греха, она стала очень гламурной. Она стала притягательной. Я здесь смотрел, уже пошли на не пародии, как это,
подражание странным песням странного ансамбля. И это уже, ну, для меня очень удивительно. Это я сейчас про Ленинград говорю, ансамбль, как его там, Био там, что. Глупейшая песня. И пытаются ее перевести в религиозную, христианскую нишу. Понимаете? Надо иметь разумение. Теперь посмотрите, что в послании к евреям написано, что нам надо возрастать в Боге. Почему? Для чего? Чтобы уметь отличать доброе от недоброго. Вы знаете, меня удивляет 11 глава, если не ошибаюсь, к левитам. Там написано, что священники не имеют права употреблять вино и пиво. Ну, там секира написана, это пиво. Почему? Такой вопрос. Ну, они по чуть-чуть там возьмут, чуть-чуть совсем, да? Ну, в тазике, чуть-чуть совсем. А оказывается, написано, совершенно четко написано, чтобы они могли отличать чистое от нечистого. То есть малейшее затмение нашего сознания не позволит нам отличать чистое от нечистое. Поэтому мы должны быть на страже. Мы должны стоять на страже. Теперь посмотрим дальше. Римлянам, 6 глава, 10-12. Когда Он, Христос, умер, то Он умер для греха раз и навсегда, но живя, Он живет для Бога. Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу у его похотей. Вот посмотрите, вся шестая, начало, ну, половина шестой главы говорит о чем? Послание к римлянам. А то, что грех уже не, как здесь написано, не принадлежность к греху, которая не позволит человеку войти в Царство Божье, хотя этот человек ходит в церковь. Один из этих, этот грех, это пьянство. Посмотрите, написано, пьяницы не войдут в Царство Божье. Значит, как только что мы прочитали, вы извините меня, я верю тому, что написано, потому что мне, может быть, некоторые вещи и не нравятся, что написано, но это истина, потому что это наивернейшее пророческое слово. Так или не так? Я не услышал ответа. Какой ваш положительный ответ? Посмотрите, пьяницы не войдут. Значит, когда я умер для греха, то Бог освободил меня от пьянства. Так? Ну так или не так? Освободил? Освободил. Значит, если я продолжаю пьянствовать, то я попираю кровь Иисуса Христа, попираю Его смерть. А какое мне может быть тогда оправдание? Я не войду в Царство Божье. Я просто взял один пример такой, понимаете? Теперь посмотрите дальше. Апостол Павел пишет в послании к римлянам. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Так, я не понял. А где же там какое-то еще служение? Оказывается, все остальные служения являются... Слово выскочило из головы. В общем, это главное, а остальные вытекают. А? Производные, вот, спасибо. Производные из этого служения. Почему? Потому что написано, ради милости принесите ваши тела в живую жертву, святую, угодную Богу. Это и есть подобающего для вас служение. Все остальное, если мы принесем свою жизнь, а здесь говорится не о только теле, говорится о своей жизни.
Если мы приносим свою жизнь в жертву, которая угодна Богу, то все остальное вытечет, будет вытекать из этого служения. Понимаете? Все остальные служения, которые не вытекают из этого определения, они будут превозносить. Но, посмотрите, если мы принесли в жертву, то теперь посмотрим, что дальше происходит. По данной мне благодати, говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому. Значит, таким образом, тело Иисуса Христа, которое было распято на Голгофском кресте, оно напоминает мне о том, что я свободен от греха, что я свободен от рабства греха, что я свободен от силы греха, что у меня нету привязанности к греху. Грех не может обольстить меня. Он, могу сразу сказать, не, снимите розовые очки, он будет вас обольщать. Он будет подкрадываться, он будет вам предлагать невинные якобы вещи. Но эти невинные вещи в конечном итоге приведут либо к самодовольству, либо к явному греху. Поэтому с грехом нельзя заигрывать. С грехом нужно стоять. Умер, так умер. Все, не лезь ко мне. Умерла, так все. Теперь посмотрите дальше. Это 12, Римлянам 12:2. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную, совершенную. Мир нам предлагает приспособление. Предлагает к тому, чтобы мы к нему приспосабливались. Писание говорит о другом. Нельзя приспосабливаться к миру. Вы знаете, мне понравилось высказывание Дерека Принца. Он говорит, абсолютно нормальное явление, когда лодка находится в воде. Она для этого и предназначена. Но когда вода находится в лодке, то начинает, нужно бить тревогу. Вот так же и церковь предназначена для того, чтобы быть в мире. И его что сделать? Освещать, осолять, прочее. Для того, чтобы мир не загнулся, извините меня, в грехе. Но когда мир приходит в церковь, он приходит вот с таких вот, с мелочей, то нужно бить что? Тревогу, пожар, спасите. Писание не изменяется. Оно как было для того времени, когда было написано, так оно для сегодняшнего времени, так оно и для будущего времени. Оно не меняется, Писание, но меняется человек и его желание оправдать себя, оправдать свой грех, приводит к тому, что некоторые места Писания он начинает искажать. Так проще жить. Так проще оправдать свой грех. Вы знаете, вы помните, да, Иоанн писал, но вы много согрешаете. И вот это слово «согрешаете» нас так, знаете, утешает. Я не грешу, я согрешаю. На самом деле, если исследовать это слово, оно обозначает «вы много грешите». То есть, понимаете, в чем? Согрешает – это как бы типа того, что я здесь ни при чем. Это вот как Адам сказал, я здесь ни при чем. Это моя жена, и вообще она тоже здесь ни при чем, это ты, Бог, все сделал. Твои проблемы, теперь тебе и расхлебывать их. Вот точно так же. Мы начали говорить, согрешаем, чуть-чуть, совсем. Писание говорит совершенно четко, мы много грешим. Как можно грешить? Можно грешить. Я не знаю, но нельзя грешить по одной простой причине. Ты рожденный свыше человек. Но если ты рожден свыше человека, у тебя новая природа, которая как природа, как Христа, которая не грешит. Христос грешил?
Значит, если ты подобен Христу, новая твоя природа подобна Христу, ты что, будешь грешить? Нет. Ты не имеешь права просто потому, что твоя природа – это природа Христа. Ветхая природа будет грешить, но твоя новая природа – нет. Теперь посмотрите. У меня время-то хоть есть? А то сейчас я как... Значит, тело. Я просто сейчас, мы сейчас рассматриваем только тело. Значит, тело, ломимое за нас. Тело, ломимое за нас. Оно напоминает нам каждый день, ну, хорошо, будем говорить не так, не каждый день, а каждую вечерю. Напоминает нам то, что Иисус умер за тебя. Ты стал подобен. Рождение свыше позволило тебе быть подобным Иисусу Христу. Подобие Иисуса Христа – это то, что ты умер для своей ветхой природы. Для тебя ветхая природа больше не имеет над тобой власти. Значит, грех не имеет над тобой власти. Ты властвуешь над грехом. И воскресение Иисуса Христа. Иисус Христос воскрес. Что, не воскрес? Воскрес! То и мы воскресли вместе с Ним для новой жизни во Христе Иисусе. Понимаете? Сестры, вы здесь? Отлично. А я знаю, что братья здесь. Теперь посмотрите. Идем дальше. Значит, тело напоминает нам о том, что мы имеем власть над собственным грехом. Я не имею власти над чужим грехом, учтите. Апостол Павел писал, вникай в себя и в учение. И что там дальше написано? Спасешься ты и слушающий тебя. Там же не написано, Ваня, вникай в меня и в Серегу. И может быть мы спасемся. Нет, там написано, вникай в себя. И здесь же написано дальше, когда мы будем читать, что мы должны исследовать кого? Себя. Понимаете, в чем? Вы знаете, я вам открою секрет. Открыть? Ну, я не слышу положительного ответа. Вот это уже лучше. Открываю секрет. Очень хорошо и просто исследовать другого человека. Все становится ясно. Абсолютно. Где согрешил, где ему нужно покаяться, где ему нужно измениться, где ему что-то нужно сделать, абсолютно понятно. А когда начинаешь исследовать сам себе, это что-то страшное. Ты видишь только святого. И удивляешься. Ну что, какие проблемы у тебя? Человек. И только тогда, когда ты начинаешь видеть себя в свете Иисуса Христа, и когда Дух Святой показывает тебе, вот тогда начинаются некоторые проблемы. Ну, как проблемы? Ну, проблемы, будем так говорить. А мне очень понравилось высказывание одного молодого человека. А мы с ним разговариваем. Он говорит, Бог меня так любит. Я говорю, здорово. Я говорю, меня Бог тоже любит. Он, нет, меня больше любит. Я говорю, а почему больше? У меня нету проблем в жизни. Бог меня ведет просто вот по мармеладной, как там, гламурной. В общем, слова у каждого свои, набор слов, дорожки. Я говорю, ну, слушай, а у меня все не так. Я говорю, меня, кого любит, того и наказывает. Я говорю, мне приходится, ну, как бы вот... не в борениях, но, в общем, в некоторых проблемах я нахожусь, и мне приходится с Божьей помощью эти проблемы решать. Он говорит, вот видишь, Бог тебя не любит, а меня любит. И я задумался, понимаете, в чем дело? Посмотрите, возлюбленные. Вопрос, у кого, ну, что вопрос-то глупо задаю опять? У многих есть дети, и у более пожилых людей, у более мудрых людей, вот так вот я скажу, есть внуки. Выкрутился, да? Если вы не любите своих детей, либо своих внуков, вам до них что?
параллельно. Что они там делают, что-то не делают. Но если вас волнует их судьба, то, извините, лишний подзатыльник или по мягкому месту отлично воспитывает людей, детей. Вы поняли, да, я оговорился, не людей, а детей. А то будете говорить, что я призываю воспитывать людей под затыльниками и по мягкому месту. Это говорится про детей до 13 лет. Почему? Да потому что вам не безразлична их дальнейшая жизнь. Вот точно так же Богу не безразлично те люди, те, ну хорошо, пускай будут люди, которых Он родил свыше и которых вел в свой народ. Они ему не безразличны. И поэтому он будет, что их делать, Сергей? Воспитывать. А мы понимаем воспитание только одним местом. Но некоторой головой, я другим. Понимаете? Теперь посмотрим дальше, посмотрите. Это мы все о теле говорим пока. Слушайте, сколько ж можно говорить о теле? Но у меня время, к сожалению, где-то заканчивается. Теперь поговорим о завете. Посмотрите. Дальше читаем. Это 1 Коринфянам, 11 глава. «А также поступил из чаши после ужина и сказал, эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, покуда он не придет». Понимаете, в чем дело, возлюбленные? Смотрите, мы иногда, ну, это сила человеческого мышления, мы иногда смотрим назад, забывая, что нужно смотреть вперед. Я неоднократно слышал много проповедей о прекрасном Эдемском саде, саду-саде. Но однажды один проповедник сказал, говорит, а вы посмотрите в Новый Иерусалим, там значительно лучше. Понимаете, в чем дело? Там нету ни горя, ни слез, нету ни болезни, ничего. Там есть слава Божья, которой есть Иисус Христос. И там предназначена наша жизнь. Не в Эдемском саду, а в Новом Иерусалиме. Теперь посмотрите. Завет. Во-первых, что это завет? Скрепленный чем? Кровью Иисуса Христа. Это как печать. Понимаете, в чем дело? Завет без пролития крови не завет. Это не может быть. Не может быть завета. Поэтому была, проливалась кровь этих самых волов, тельцов там, и этих баранов, и всем это самое, для того, чтобы, помните, как Моисей взял этот самый и окропил кровью вот этих самых народ, и помните это место, пролил свою кровь. Пролил свою кровь, вы только поймите, это был завет, заключен самим Богом, с Его Сыном, еще до того момента, когда было сотворено все мироздание. Это там был завет заключен, здесь просто подтвердилось, это вот пролилась кровь Иисуса Христа. Теперь посмотрите, чья кровь пролилась? Чья кровь пролилась? Иисуса Христа, пролилась кровь Бога. Так? Ну, вы как-нибудь что-нибудь... Пролилась кровь Бога. Значит, кто заключил завет, как только что мы прочитали? И Бог заключил, Иисус Христос заключил завет с нами. И вы знаете, мне, я сам оговариваюсь неоднократно. Мне очень нравится, когда люди говорят, когда я заключил завет с Богом? Я говорю, слушай, а где твоя кровь пролилась, если ты заключил завет с Богом? Ну, кровь Иисуса Христа, человек говорит. Я говорю, тогда Он заключил завет. Понимаете? Посмотрите. Какая в этом, ну, кульминация, можно сказать, так можно сказать, кульминация. Посмотрите, чья кровь пролилась, тот и несет ответственность, тот, ну, отвечает за завет. Чья кровь пролилась, Серега? Сергей? Христа. Значит, кто несет ответственность? Бог. Он взял на себя ответственность за завет. Ты, человек, ничего не можешь сделать. Святой Бог может сделать все. Так или не так? Вот я вижу уже сомнения у некоторых в глазах. А почему сомнения? Потому что если 10 тысяч раз говорить, что ты заключил завет с Богом, то на 2015 раз ты будешь сам с уверенностью себя в грудь бить. Говорить, я заключил завет с Богом. Нет, ты не заключал завет с Богом.
Бог заключил с тобой завет, а ты вошел в этот завет. Вошел в тот завет, который предложил тебе Бог. Бог сказал, вот мой завет, входи сюда. А ты либо войдешь, либо не войдешь. Выбор за человеком. Бог предлагает. Поэтому посмотрите. Я по поводу завета очень коротко скажу, потому что уже что-то я разговорился. Посмотрите. В Еремии и в Иезекииле, в двух местах, Бог говорит, я заключу с моим народом новый завет. Не такой, который был заключен. Тот завет они его не выполнили. Тогда у меня возникает вопрос, вернемся, отмотаем полторы минуты назад. Бог может не выполнить свое обещание? Нет. Значит, если Бог заключает с тобой завет, то это навсегда. А ты можешь отказаться от своих слов? Поэтому не надо говорить, что я заключу с Богом завет. Бог заключает завет. Теперь посмотрите. В двух местах, разными словами, но одна и та же мысль. Мысль какая? Что сам Бог, заключая завет с тобою, лично с тобою, через кровь Иисуса Христа, делает, дает тебе что? Новое? Ну, сердце новое. И в этом сердце, и в твоем разуме он пишет что? Читаем. Законы мои вложу в их разум и запишу в их сердцах. И вот здесь начинается, ну, дуализм мнений. Многие считают, что эти будут 10 заповедей. А вы знаете, на самом деле он записывает одну единственную заповедь. Ту заповедь, которую сказал Христос своим ученикам. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Вот эту заповедь он и пишет в наших сердцах и в нашем разуме. Любить друг друга Божьей любовью. Это что? Божья любовь в действии. Это что? Это вера без дел мертва. То есть это действие. Это не просто чмоки, там еще что-нибудь. Это реальность. Как не отдашь свою жизнь за брата. Понимаете, в чем дело? Посмотрим дальше. Посмотрите еще. Какая прекрасная вещь. Завет заключен в крови Иисуса Христа. И теперь Бог говорит, и я буду их Богом, а они будут моим народом. Вот она. Первое, заповеди записал. Второе, он наш Бог, и мы его народ. Это те, с кем он заключил завет. Третье. И уже не буду друг друга учить. Брат брата, говори ему, познай Господа, потому что меня будут знать все от мала до велика. То есть все, с кем заключил Бог завет, буду знать его. Не просто знать, как систематическая теология, а знать, как Творца, знать как Спасителя, знать как того, кто является животворящий нашу жизнь. Я здесь. Теперь посмотрите еще. И вот здесь для меня, я просто верю словам. Я не понимаю, но верю словам. И написано, что в Завете он прощает грехи наши и не вспоминает беззаконие. То есть раз, два, три, четыре, пять. Пять ключевых мест, пять ключевых тезисов, которые Бог дает в Завете. Но вам это как? Понравилось? Воспоминание тела напоминает нам о том, что грех больше не властвует над нами. Не властвует грех. Запомните, ваша ветхая природа умерла. И вы воскресли вместе с Иисусом для новой жизни. Наташ, да?
Грех все, он будет к тебе подкрадываться, как змеюка, а ты кыш отсюда. Понимаете? Второе. Я силен на... Силен, правильно говорю? Над своим грехом, не над чужим. Вникай в себя и в учение, и спасешься ты. То есть мы должны отслеживать свои, свою жизнь, будем так говорить, в свете победы над грехом. Хорошо, такой вопрос. У меня время... Вопроса не будет. Сотрите это. Вопроса нет. Теперь смотрите. Завет. Во-первых, Бог, заключая завет, дал нам, первое, это вложил в разум и записал в сердце свои законы. Второе, то, что Он стал нашим Богом, а мы Его народом. Третье, мы не будем друг друга учить, познай Бога, потому что все мы будем знать Бога. Именно не знать, а вот слово «знать» и «познать» разница большая, вы понимаете, да? Ну, кто понимает, махните мне рукой. Ну, все понимают. О, хорошо. А кто не понимает, махните рукой. Тоже понятно. Вот кто не понимает, мы ждем вас в сентябре. Смотрите. Следующее. И Он простит наши беззакония и больше не будет вспоминать наши грехи. Вот оно. Вот то, что мне напоминает вечеря. Я так долго говорил к тому, что для меня вечеря. Понимаете, в чем дело? Это не что-то. Это то таинство, которое сам Господь Бог открыл апостолу Павлу. И он открыл его именно в этом ключе, чтобы мы помнили, что сделал для нас Господь. И мы это провозглашали до второго его пришествия. Вы знаете, ведь первый раз Иисус Христос пришел с чем? С благодатью. Второй раз Он придет с чем? С судом. И вы знаете, я лучше вот сейчас здесь на земле, пока еще я еще жив, войду в Его благодать, чем потом Он будет меня судить. Вот на такой радостной ноте мы как бы заканчиваем. А Люда, можно попросить вас, ребята, кто поможет мне? Сереж, там ты кого-то находил? Мы молимся, давайте мы благословим хлеб и вино. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за этот день, потому что сегодня для каждого из нас есть возможность еще раз вспомнить о той великой жертве, которая была принесена, о той благости и о той милости, которую Ты явил в жизнь каждого из нас. Спасибо за Твою любовь, за Твою милость. Господи, спасибо, что Ты так возлюбил каждого человека, что Ты умер за каждого из нас. И, Господь Иисус, мы благословляем сегодня этот хлеб, который является символом Твоего тела. И Писание напоминает нам, что в ночь перед Своим распятием Ты взял хлеб, благословил, и Ты преломил его. И Ты сказал, что это тело, которое ломится за каждого из нас. После этого Ты взял чашу и сказал, что это кровь Нового Завета, завета с каждым, кто верит в Тебя и принимает Тебя. И мы благословляем это вино как образ Твоей крови, которая проливалась. Пожалуйста, Господь, мы просим Тебя, Господь, чтобы сейчас для нас эти вещи, эти образы, эти символы, они представляли реальную ценность, чтобы мы в них видели Тебя, видели Твою любовь, которая превыше нашего разума, превыше нашего понимания. И чтобы мы приняли эту Твою любовь, чтобы каждый из нас мог принять эту жертву. Мы просим Тебя об этом. Пожалуйста, мы еще раз благословляем хлеб и вино и благословляем Божий народ, прося о том, чтобы эта вечеря была благословением
для каждого. Во имя Иисуса. Аминь. Ты велик, ты велик, ты велик.
Вот моя
сядьте, пожалуйста. У нас есть еще два модуля служения. Во-первых, по нашей хорошей традиции, которая нам очень нравится и которая греет нашу душу, это дни рождения. Акилову, Сергея Павлова, Елену Батарееву, в общем, да, Нину Злобину, Викторию Жмурко и всех остальных, кто родился. Благословен Господь Бог, который ведет их по этой жизни, который охраняет их церковь. Благословляем этих людей и просим Тебя, да будет это благословение с небес. И также объявление у нас есть здесь о Израиле. Ой, дорогие братья и сестры, значит, я вам напоминаю, что вот за этой дверью на доске объявлений висит вывешена. То есть в гостиницах тур-класса, в двухместных номерах, в стоимость поездки входит ужин, питание, ужин и завтрак. Так, проезд на комфортабельных автобусах. Поездка, значит, 6 дней – это $400. Это эконом-класса поездка. Сюда не входит авиаперелет, но можно билеты взять по 16-18 тысяч туда и обратно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Тот, кто мечтает поехать, да поможет им Бог. Аминь. И посмотрите, у нас следующее воскресенье будет оригинальное, правильно говорю, оригинальное, можно так сказать, Саша? Оригинальное служение будет вести Степанов и Щебиченко. Будут они рассказывать о историческом значении Шавуота. И посмотрите, внимание. 19-го будет только одно служение на 11 часов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение со Святым Духом да пребудет со всеми нами. И мы все скажем аминь. Когда я ослаб, ты сильный.